Нужна помощь? О, да! Ну же! Как дела, гладиатор? О, да! Ура! Ура! Да! Ура! Ну же, принеси клятву! Ну же, принеси клятву! Приятных впечатлений от визита. Ты, да, ты. А, это ты, гладиатор? Нам пригодится помощь героя. Я надеялся, что попадется кто-то вроде громобоя, но, пожалуй, и ты подойдешь. Дело вот в чем. Мы выслеживаем знаменитого убийцу. Он прячется у шатра «Два ножа» в разбойничьем лагере. Нам туда, конечно, не пробраться. Но для такого умелого героя, как ты, это пара пустяков, а? Речь идет не только о правосудии, но и о мести. Этот подонок убил моего брата. Тебя ждет 1000 золотых, если сделаешь это. Чудесно! Ты принесешь нам и обществу большую пользу. Плату получишь, когда убьешь его, если выживешь. Пожалуйста, помогите. Мой брат Томас ушел вперед и потерялся. Идемте со мной. Я думаю, он где-то там. Сюда. Он где-то в чаще. Я боюсь туда идти. Я умер. Приготовься. Пощады не жди. Нет.
Попробуй поднять боевой день еще выше. Беги! Быть на чеку. Помогите, я заблудился! Пожалуйста, помогите. Отведите меня к брату. Вы ведь его видели, конечно. Да! Скорее, вытащите меня отсюда. Ну, давай! Ой! Шапа-зарана! Ой! Я иду, я иду! Ой! 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 Тут страшно! Я прыгаю! Ой! Там враги! Будет бой! Ой! Вот! Как же это я так по-глупому делаю? Тишина, герой. Магия не исходит. Стэн, где ты? Ой! Будет боль. Мы... Ой! Ой! Как же это я так по-глупому-то? Вижу его! Будет боль! Быть на чеку! Ой! Уйди! Стэн, где ты? Скорей, вытащите меня. Как же... Вижу его! Ой! Скорей! О, вы его нашли. Спасибо, спасибо. Вот, возьмите. Вам, пожалуй, пригодится.
ты будешь... Ты случайно не видел тут отряда стражников? Такие здоровые, волосатые, с гнусным таким командиром. Этот ублюдок на меня давно уже охотится. Прикинь, собственный брат хочет меня убить. Конечно, мы с ним не всегда ладили. Он пошел в эту чертову стражу, а я... Ну, я пошел другим путем. Но мы ведь братья, у нас не так мало общего. Он ведь тоже много кого поубивал. Сечешь? Я знаю, о чем он думает. Мать снова больна, а он так и не уговорил ее вычеркнуть меня из завещания. К тому же, если стражник убивает ассасина, все только радуются. Эй, убери-ка оружие, ладно? Я сейчас чутка нервный, это может плохо закончиться. Осторожность лишней не бывает. Значит, он послал тебя? Так я и знал, что у него кишка тонка самому меня убить. Так, сколько он тебе это самое платит? 1000 золотых, да? А что, если я удвою эту сумму, и ты лучше займешься моим братцем? Тогда я загребу все наследство целиком. Да, слушай-ка, плачу 2000, если ты согласен. Нет? Ты знаешь, сколько народу мне надо замочить, чтобы заработать 2000? Как насчет 2,5? Соглашайся. Ну хорошо, ты не оставил мне выбора. Ты сдохнешь. Да! Шеф, думаете, он его сделал? Вряд ли. Брат был мне ровно бельмо на глазу аж с детских лет. Так просто мне от него не избавиться. И у матери всегда ходил в любимчиках.
Ах, Тоби, он такой классный убийца. Ты бы с него пример взял. Но все равно ведь так нехорошо. Желать брату смерти. А тебя кто спрашивает? Я бы его своими руками задушил, если бы только мог. Грязный убийца. Да, шеф? Не принес семье ничего, кроме позора. Будь я проклят, если отдам ему хоть грош из наследства. Ну-ка, ну-ка, кто это вернулся живым? Прекрасно. Поделом, негодяю. Да и наша охота теперь закончена. Твоя награда. Заработал. А, в гильдии тебя ждет очень важное задание. Это значит, тебя к нам прислали? Но у меня к тебе дело есть. И деревенские гады атамана нашего схватили. Повесить хотят. Передай от нас весточку их главному. Скажи, мол, не отпустят атамана. Всю деревню по бревнушку раскатаем. Понял? Ну топай, времени мало. Этого бандита из рук не выпущу. Довольно он тут пограбил. Мы его под стражей держим, там на холме у таверны. Там ему самое место. Так что тебе остается только вернуться и дружков его, подонков, перебить. Как будешь готов, скажешь стражнику, чтобы он тебе ворота открыл. А я пошел к себе в хижину. Удачи! Хочешь один на них выйти? Ну ты и правда герой. Ха, или дурак. Ладно, пора за дело. Глянь, ворота открываются. Вот он наш шанс. Бей их, пока они атамана не освободили. Сейчас будет больно. Непростительно. Славно. Не скоро вернутся, сволочи. Ух ты!
знали, что два ножа хочет отмстить за свое унизительное поражение. За тобой охотится шайка опытных убийц. Берегись неожиданных нападений. Знаешь, ты замечательно стреляешь. Тебе следует побывать на стрельбище у Нотхолл Блейд. Thank you.